18 мая, в Международный день музеев, Некрасовский районный краеведческий музей распахнул свои двери для школьников. По статистике, которую ведут сотрудники музея, более 80% их посетителей составляют туристы из разных городов России и гости из ближнего зарубежья. А вот местные жители заглядывают в музей нечасто. А между тем, районный краеведческий музей к своему десятилетию добился многого. В этом убедилась наша съемочная группа. 5 залов, более 7 тысяч экспонатов, 6 уникальных коллекций. В этом году Некрасовский районный краеведческий музей был признан в Ярославской области образцовым. Ежегодно его посещают более 5 тысяч человек, и цифра эта год от года растет. Среди гостей музея много ярославцев и москвичей. Формат небольшого провинциального музея жители крупных городов считают особенно привлекательным. А сами сотрудники хотят чаще видеть здесь своих земляков. Именно на них ориентированы разные программы, разработанные заведующей экскурсионным отделом Натальей Копыловой. Одна из таких программ – «Здравствуй, музей». Ее участниками в День музеев стали шестиклассники Некрасовской средней школы. Ребята узнали о том, какие бывают музеи и чем богата музейная жизнь Ярославской области и нашего района. Наталья Викторовна представила им Некрасовский краеведческий и его коллекции. С правилами поведения в музее школьники познакомились не в форме скучных инструкций, а в ходе интерактивных игр. Затем для них была организована обзорная экскурсия по залам музея-юбиляра. В этом году исполнилось 10 лет, как существует Некрасовский районный краеведческий музей. За 10 лет была проделана очень большая работа, и мы видим музей такой, какой он есть, за 10 лет. Но на этом мы не останавливаемся. У нас очень большие планы и по научной работе, экскурсионные, по фондохранению. Работы у нас хватает. Но самое главное впереди, что ждет краеведческий музей, это реконструкция. Серьезная реконструкция нескольких залов. В первую очередь в день поселка 21 июля у нас наконец-то откроется золотая гостиная, вот в которой мы с вами находимся. То есть в этом зале, как я говорю, мы будем хвастаться нашими знаменитостями, художниками, музыкантами. Сейчас идет предварительная работа по сбору материалов, работа с дизайнерами. И мы надеемся, что наконец-то 21 числа в день поселка этот зал примет своих первых посетителей. Также в день поселка мы будем презентовать второй краеведческий сборник «Соль земли». Как известно, вот мы издали в том году первый номер, который пользуется большой популярностью, мы уже его переиздаем и готовим второй. Там материалы будут не менее интересными. А вообще, приходите, дорогие некрасовцы, в свой родной Некрасовский краеведческий музей. Мы всегда рады вас встретить.